диктует определенные требования к бизнесу, диктует определенные стандарты. Эти стандарты постоянно меняются, постоянно ужесточаются. В принципе, в какой-то момент банк понял, что то программное обеспечение, которое мы использовали для автоматизации работы кредитных аналитиков, оно устарело и не позволяет нам поддерживать те новые инструменты управления рисками, которые банк развивает. Ну и из-за этого родилась идея найти программное обеспечение, которое бы удовлетворило нашим требованиям. И так, в принципе, родилось сотрудничество с прогнозом. Банк, на самом деле, провел достаточно много встреч с вендорами программного обеспечения. И с каждым из них мы встречались не один раз, задавали вопросы, просили сделать определенные настройки под наш банк, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть в дальнейшем. И, в принципе, с прогнозом с самого начала сложились достаточно хорошие отношения, мы поняли, что разговариваем на одном языке. Прогноз отличается достаточно большой гибкостью и достаточно большим дружелюбием к пользователям, которые не обладают техническим образованием. В принципе, настройки различных методик оценки, они делаются не айтишниками, а делаются специалистами, которые отвечают за риск-менеджмент в банке. Вот эта гибкость, она позволяет оперативно реагировать на какие-то изменения на рынке, оперативно настраивать процессы, которые банк использует в кредитовании. И вот это, наверное, самое ценное. Ну, наверное, одной из таких серьезных сложностей при внедрении прогноза было то, что многие банковские процессы были нигде не описаны и не формализованы, и поэтому в ходе проекта пришлось параллельно не только заниматься настройкой программы, но и формализовывать процессы, определять ответственность за те или иные этапы. И вот когда эти два процесса наложились друг на друга, возникали определенные сложности, но здесь... Я думаю, что мы с честью, благодаря специалистам прогноза и благодаря специалистам банка, мы с честью вышли из этих проблемных ситуаций. Основных эффектов можно выделить три, наверное. Во-первых, это повышение конкурентоспособности кредитных продуктов банка, потому что благодаря прогнозу мы смогли предложить рынку очень конкурентную программу для кредитования малого и среднего бизнеса с очень короткими сроками рассмотрения заявок и при этом не в ущерб качеству кредитной работы. Во-вторых, наверное, я бы отметил сокращение каких-то рутинных операций для специалистов банка и автоматизация отдельных операций, которые проводятся при рассмотрении заявки и потом при сопровождении кредита. И, наверное, в-третьих, я бы отметил то, что благодаря прогнозу мы создали достаточно большую базу данных, базу знаний, я бы сказал, по нашим заемщикам. Мы можем проводить достаточно глубокий анализ и развивать очень серьезные модели рейтинговые. Сейчас уже система живет своей жизнью, она развивается и уже развивается в том числе благодаря действиям самих сотрудников самого банка в системе. Помимо того, что она постоянно наполняется информацией и эта информация постоянно анализируется, рождаются новые сервисы и новые функции у нее появляются. И сказать, что это живая система, да, это в полной степени так.